Tjena allihopa, välkommen tillbaks till min kanal. Vi är på väg till Jula just nu, till affären som ligger i Uppsala i Boländerna. Och сейчас едем в магазин посмотреть столы. Вот. И может быть еще что-то. Поедем на машине, возьмем кабель. Yes. Det är lite blåsigt. Kallt. Там наша парковка. Наша машина. Nu ska vi åka bil. Min mamma har startat bilen, så vi ska åka nu. Сейчас будем ехать на машине. Я так поснимаю немного, как моя мама сдает назад, и сяду в машину. Мы уже приехали в магазин, припарковались. Вот. Сейчас будем идти в магазин. И на кона по Норабуд. Посмотрим. Столы. Посмотрим. Да. Только я так стараюсь. Ну я уже вас засветил, но я стараюсь, чтобы вас не это. Так я не знаю, тогда мне не видно, что я снимаю. Не, ну это так, да, это потому что люди тут. А я когда.
это Ecto Nike. А такие неплохие вроде. Они дубовые. Дубовые, да. Сейчас не можем найти столы, надо будет у кого-то спросить у рабочих. Мы как-то где-то будем, мы строго на вас не обожаем. Так, дорогие друзья, я в центре, Айпустонны. Это 6 апреля. Сегодня праздник, типа встречают весну в Швеции. Празднуют, типа, что весна настала. Скакодла ом де фошренинен. Ом дом голепо фокфорними фошренинен. Я сейчас пойду в сторону речки. Посмотрю, что там. Там должно быть типа как рафтинг, не знаю, как правильно называется. Ну, короче, разные лодки, самодельные лодки. Вот. Посмотрим, не закончилось ли это все там на речке. Здесь музыка играет. Веселятся люди. Полно народу тут. Микки Форд Остан. Ягорный ясный по... Вахентере. Я бы финнами ясный по Гоагатан и Упсала. Кстати, я сейчас на такой центральной улице, типа, где все проходят люди в центре. И я сейчас в Упсале. Город называется Упсала, находится в Швеции. Где-то примерно 50 минут от Стокгольма. У нас бар такой, можно играть тут бильярд, как спела бильярд. Закрываю микрофон, я боюсь, что я могу закрыть микрофон и потом будет плохой звук. У меня просто микрофоны в этой камере повсюду. Сейчас я приближаюсь, я на моменте Тион, где я где-то Фирисон, Фудомса, Суминтвет, Фирер, Суминтвет. Пойдем. Ну, я уже говорил им по 100 раз. Не буду говорить. Вот ресторан здесь есть такой. Называется Пиноккио. Здесь мой друг когда-то работал. Вот. Ресторан Пиноккио. Итальянский ресторан.
Vad mer? Just det, min kompis jobbade på Pinocchio-restaurangen förut. Lite kallt. Det är lite kallt alltså. Det känns lite kallt och det är bra att jag tog en extra tröja med. Köpt tröja. Немного прохладно, потому что я одел еще одну кофту. Там продают клубники. Вон там вдалеке. Дороги позакрываны, чтобы закрыли дороги, чтобы можно было ходить. 25 крон. Покажу вам. 25 крон. Вот такая коробочка. Одна вот такая коробочка, 25 крон. Клубники. Вот она стоит там. Продает клубнику. Встречают, как я уже говорил, весну. Поэтому здесь так музыка и празднуют они. Можно даже по дороге ходить, прикольно. Я не туда пошел. Сейчас пойдем. Здесь продают орехи такие. Можно попробовать жареные. Не знаю, как оно правильно называется, но это такие орехи. Там полно народу, блин, не знаю, будет ли место или не будет. Посмотрим. Вот, как я уже говорил, самодельные лодки. Красиво тут так. Вот еще одна. R&T. Вот еще одна. Alla de här båtar de har gjort själva. Вот эти все, ну как вы видите, лодки они сами сделали. Вот таким образом они празднуют, что весна наступила. И так дальше. Я не знаю, сколько они будут тут крепти. Но я не буду тут стоять долго. Люди там сидят, отдыхают.
On the Trump's border wall. Oh, the wall. Border wall. It's gonna be great. Huge. Вот там кто-то идет вдалеке с шариками. Не знаю, блядь, что-то плохо видно. Ну ладно. Не увидел, снял ли я или нет. Интересно. Я на фальбетре не сидя дома. Эно, о, а сидя дома. Там кому-то что ли стало плохо, не знаю. А нет, это просто они на подготове, если вдруг кому-то станет плохо. Тут разные реулика Балоньер, разные шарики. Есть даже Маша из мультика «Маша и медведь». Finns också en ballong, den där tjejen. Hon är från en känd rysk tecknad film. Hon, den där ballongen, tjejen. Bredvid hunden. Jag menar mina föräldrar. Min mamma har ju Очень много разного, еще даже сладкая вата там есть, продают где-то тут. Сокер водер finns där. Full fart, massa folk. Där är Pikachu. Längre fram. Может быть, не туда пошел. Блять, ну надо тогда вернуться. Все дороги перекрыты.
для того, чтобы люди смогли наслаждаться праздником, ходить свободно по дороге.